Михалыч, конечно, мягко говоря, был не чужд. Пижон? Он очень хорошо одевался, я считаю. И так далее. А это что, для женщин или для, вообще для того, чтобы себя ощущать? Для самоощущения, ну и для женщин, я думаю, всегда. Все, что он делал в жизни, вообще все. Я думаю, большую часть поступков он совершил ради женщин. Я думаю, что ради женщин он стал знаменитым даже. И для главной женщины публики. Ну, красиво ты сказал, конечно. Красиво, но это, да, мне это кажется... Красиво ты сказал, но это фигура речи. Публика для него, а не он для публики. Он вот был... Любой его концерт подтверждал, его зависимость от публики была тотальная абсолютно. Тотальная. Так испортить настроение, как могла испортить Жванецкому публика, к которой он еще даже не вышел, а потом еще мог в этом... Он зависел от публики, конечно, невероятно. Сколько бы ему ни было лет, за кулисами он был всегда... очень взнервнен. Что я буду им читать? Мне кажется, это не толзал, а там много артистов. Я ненавижу, когда это сборный концерт. Это значит, кто-то до меня обосрался, а я должен из этого выплывать и спасать этот концерт, а после меня его опять угробят, или выйдет кто-то еще после меня еще лучше ответит. Зачем мне это все нужно? Зачем мне это нужно? Я люблю сольные концерты. И так далее и тому подобное. Но сольные тоже разные. Можно, как в Израиле, попасть на сольный концерт, когда встает пожилая женщина, что было в Хайфе, я думаю, ты был, наверное, может быть, свидетелем, и говорит, я не поняла в зрительном зале. Он что, так и будет читать по бумажке, петь не будет? И медленно ушла из зала. Наши люди. Михалыч, конечно, всегда готов к репризе, к шутке, которую он рождает. Но я думаю, это плохие минуты для него. То есть он на это мог так да. вот среагировать? И так он мог. Он мог выйти... Он обидится? Мог выйти истеричным, взнервленным, громким после такого случая. Он за кулисами мог разнести все. Не нужен мне этот концерт. Зачем я это делал? Зачем? И, куда с таким, ты меня привез? И с таким кайфом, когда вот это он начинал на сцене пританцовывать, это, по-моему, неплохо, да? По-моему, хорошо сказал. Это значит, концерт пошел, значит, зал его, и он купался, абсолютно купался в этой любви. Он не был неуверенным человеком по жизни? Нет. Толечка, уверенный артист или... У меня есть все. Уверенный артист или уверенный человек. Разные вещи. А это не... Он мог производить впечатление безумно уверенного человека и быть каждый раз вот в эти 2 секунды. Так